Принцип действия работы компаса основан на взаимодействии поля постоянных магнитов компаса с горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Свободно вращающаяся магнитная стрелка поворачивается вокруг оси, располагаясь вдоль силовых линий магнитного поля. Таким образом, стрелка всегда параллельна направлению линии магнитного поля. Выражение «стрелка компаса всегда указывает на север» неточно. Задача компаса – показать, где находятся север и юг по линии меридиана. Но имеются три основные причины отклонений показаний компаса от точного направления меридиана. Положение магнитного полюса Земли и действительного полюса Земли, как оси вращения Земли, несколько не совпадают, что создает отклонение стрелки компаса от меридиана. В местах залегания крупных залежей железных руд возникают местные отклонения в показаниях компаса или аномалии. Отклонение стрелки компаса, вызванное его неверной установкой и близостью других магнитов и металлических магнитных предметов.